Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала, собственно, Мастер. И сегодня вместе с вами, дорогие друзья, мы поиграем в Unblock на сервере DMS. Прошлая серия набрала 10 тысяч лайков, дорогие друзья, и, соответственно, я записываю продолжение. Если эта серия набирает тоже 10 тысяч лайков, то продолжение выходит, да? Ну, как обычно, если много-много лайков набирается, то я прямо вот 10 тысяч лайков набирается, прямо иду записывать. Ну что ж, сегодня мы некоторых людей выселили с наших домов, к сожалению, потому что они не заходят и не играют вместе с нами, а нам важно, чтобы люди заходили и играли, и поэтому пора взять нового члена в наше общество. А этим человеком будет Асмодеус. Мы его уже нашли, вот Асмодеус. У него напали собаки Джеймс Гроя, которые сейчас его убьют. Потому что Джеймс Грой решил его ударить, он умнич. Но я собак Джеймс Гроя убил. И все, Асмодеус, в принципе, выжил. Нужно добавить Асмодеуса в наш регион. Так, ну что ж, я вспомнил, как назывался наш регион. Давайте теперь Асмодеус добавим в DM City. Так, RG, ADD Member, Асмодеус в DM City. О, ой, наоборот. DM City, Асмодеус нужно написать. DM City. Отлично. Асмодеус, наш новый участник. Так, Асмодеус, знаешь, где мы теперь ты будешь жить? Прямо тебе покажу твой новый дом. Идем за мной, вот здесь, это твой новый дом. Можешь его переделать как хочешь, здесь, конечно, уже есть некоторый дизайн, но это бывший дом Морковочки, Морковочка больше не заходит, больше не играет с нами, поэтому мы его как бы выселили. Так что теперь твой дом, можешь делать с ним все, что захочешь. Так, ну а теперь вернемся к насущему, дорогие друзья, а именно к нашему парку. Как видите, запривать территорию, к сожалению, не удалось, поэтому пока что мы просто расчистили территорию и озеленили ее, да? Также, наверное, знаете, что стоит сделать, ребята? Стоит глоустоун, полностью весь потолок глоустоном заставить. Аккуратненько, я думаю, вот. И здесь, как видите, мы тоже уже сверху начинаем расчищать, потому что когда мы здесь заприватим, у нас будет парк, все будет отлично. Как у нас будет протекать с вами речка, давайте, в принципе, сделаем. У меня есть идея, да? То есть, как она будет идти сюда-сюда. Зачем-то застроили сверху путь, который я делал, не знаю зачем. Видимо, подумали, зачем этот путь, хотя он действительно неплох тут был. Так, она будет идти вот сюда вот таким вот образом. Пока что даже вне приват это дело, просто шаблон такой вырую, так сказать. Все равно у нас, в принципе, травой все, что нужно, уже заросло. Так что я, в принципе, рад, что у нас все заросло. Вот сюда будет идти у нас речка, вот так вот она будет огибать наш парк. У нас случайно даже глоустоун сломал это своей супер крутой лопатой. Так, так, здесь у нас будет продолжаться озеро идти, то есть вот тут вот. Вот таким вот образом, вот так вот. Я не знаю, зачем нам факела и глоустоуны в одном месте. Вот так, вот так, вот так. Вот оно должно быть большое озеро посреди парка, это же логично. Вот, а среди, посреди этого острова, ну куда ты, говорю, копаешь? Ну зачем ты копаешь, если это? Я не говорил здесь конкретно копать. А посреди этого озера будет остров. Он будет вот здесь. Ему будет мостик идти с обратной стороны. Как раз таки с той, которая у нас не заплевачена сейчас. Вот. И тут будет такая беседочка, я думаю, сделана. Ну, красиво, романтично достаточно. Знаете, вот для парочек, которые гуляют по паркам, да, вот для них это будет идеальное местечко. Также вот сюда вот у нас еще будет идти речечка, да, вот. Ну, наше озеро, оно же будет немного протекать. То есть оно будет с ответвлениями различными, да. То есть, соответственно, вот сюда вот будет одно из этих ответвлений идти. Так, 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 здесь вот так вот просто делаем. Ну, конечно, много нужно будет чего сделать, обставить. Это сложно, но не невозможно. Так, вот так вот мы все делаем. Сюда, 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 вот так вот. Хоп, отлично. Вот, вот блок, конечно, глоустоуна было бы здорово обставить над нашими домами, чтобы было, конечно, нам посветлее. А то очень тяжело смотреть на это тяжелое небо. Также, наверное, нужно будет собирать, начать собирать шерсть. Очень много шерсти будем собирать. Потому что я бы хотел сделать стены зелеными, но я уже говорил про свой план насчет дизайна, стены, потолка. Вот, вы напишите, ребята, как вы хотите в комментариях, да, то есть как вы хотите, чтобы мы сделали дизайн дневной или ночной, да, то есть ночной или дневной дизайн, потому что это на самом деле важно. Вот. Я бы сделал такое, знаете, звездное бы небо, а по бокам бы сделал бы такой светлый дизайн, хотя мне лучше все-таки в одной стилистике сделать, чтобы оно сильно не выделялось. Наверное, мы сделаем какой-нибудь дневной дизайн, но в любом случае, если вы предложите в комментариях чем-нибудь покруче, то мы обязательно этим воспользуемся. Так, вот сюда вот будет речка тоже протекать, и где-нибудь надо будет так вот, видите, по всему парку проходить. Так, так. И где-нибудь, вот так вот он даже будет идти. Так, ну это примерно, там плюс-минус, конечно, потом будем подправлять, все делать. Так, эндермен, что тут бегаешь? Ну-ка, дай помойку.
отлично сегодня Сандерман. У нас Алексер тоже бегает, что-то делает. Так, сюда. И вот там вот стечка со второй будет соединяться. Почему так? Ну, типа, знаете, двойной остров внутри озера, это будет круто. То есть это будет остров, а это... Типа, он будет просто так вот кругляшком протекать, и все. То есть она будет здесь небольшая, можно будет тоже мостики вокруг нее сделать, и это будет тоже здорово. Так, здесь уже будет поглубже, соответственно, ячка здесь будет чуть даже, может, пошире. Посмотрим, как здесь все будет сделано. Это пока еще просто шаблон, наброски, так сказать. И в будущем мы это все доработаем, до ума, так скажем, доведем. Так, хорошо. Пока что, конечно, здесь прям жестко не будем строить. Максимум, наверное, воду разольем, озеро сделаем, потому что, ну, здесь пока еще нет привата, и, соответственно, кто-то может все нам поломать. Ну, мы, конечно, с этими людьми разберемся, кто будет. Опа, нифига себе. Какой-то чувак на нас напал, нужно бы его зафигачить. Где он телепортируется? Куда он делся? Я не понял. Вот наверх телепортировался. Не бейте, я не буду вас бить, говорит. Нифига себе, хитрый. Сам к нам, значит, пришел. Опасный какой-то парень. Чувствую, может, в спину легко напасть. Ладно, окей, давайте скинем наш лут, который мы тут подсобирали. Сундуки, хотя они, наверное, заприваченные. Да-да, они все заприваченные. Пойду скину на территорию нашей гильдии. Отлично, отлично, отлично. Скину их вот. У нас уже можно волчица бегать. Так, окей. Вот здесь есть какой-то сундучок. О, он весь забит уже, да? Здесь, на самом деле, больше бы сундуков поставить, чтобы... А, ну я могу это, в принципе, сейчас замутить. То в них все складировать. Видите, этот мир, который состоит на 98% из грязи, да, то есть он заполнен всяким мусором, мы должны постоянно от него избавляться, выкапывать, расширять свои владения, да, делать его более большим, крутым и так далее. И мы, в принципе, с этой задачей справляемся. Вот сейчас, когда мы сделаем парк, зону отдыха, это будет, конечно, очень круто. Лавочки поставим, всякие беседочки сделаем. Не знаю, ну, сделаем чисто парк-парк, да, это будет очень круто. Потому что я хочу парк, я думаю, парк это будет очень круто. Я люблю парки. Вот, дай мне еды, Алексер. Мне бьет спину. Алексер, дай мне еды. Чувак мне ударил зачем-то спину прям мечом. Псих. Так, 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 забираем. Что такое, Руфи, что? Что ты хочешь от меня? Сегодня деньги, ну, здесь было 7к, Руфик. Ну, я тебя поздравляю, у меня тоже было дофига бабла, у меня тоже обнулились деньги. Походу, здесь был вайб денег на сервере. Я тоже заметил, что деньги обнулились. Если у вас обнулились деньги, чуваки, не знаю, можете написать на ВК-группу или куда-то еще, потому что у меня тоже все обнулилось, я хотел что с этим делать. Ко мне вопросы не задавайте, я не знаю. Так, ну, парком нужно еще много заниматься, соответственно, да. Желательно, конечно, сделать его покрасивше. Тут прям не знаю, зачем прям так много выкопали. Хотя я же делаю шаблон, как должно это выглядеть. Все равно. Ох ты, нифига себе, тут еще и крипер. И скелет-лучник. Что-то за ловушку какую-то нам прокопали снизу. Нифига себе. Какой, кстати, уровень? 7-й, нифига себе. По ловушку мне здесь навыкапывали, на самом деле. Неприятно, неприятно, неприятно. В общем-то, здесь не должно быть такой широкой реки. Почему она такая широкая резко стала? Я понять не могу. Я вроде. Показал, вы знаете, вот людям показываешь, как примерно должно быть, там можно чуть шире. Так они делают в 300 раз шире, это очень странно. Потому что должен быть парк, а не озеро, понимаете? Что-то слишком широкое. Я понимаю, еще 5-6 блоков, ну, 7-8 делать, слишком много. Здесь сколько блоков? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот все равно слишком много. Вот так вот нужно сделать. Ограничить, думаю. Таким вот образом. Но не делает слишком широкую реку. Зачем это нужно? У нас озеро, которое в центре, оно будет после нее с ее бортами казаться слишком... Ну зачем здесь такое огромное озеро? У нас в итоге весь парк это будет тупо одно озеро. Смысл? Какой смысл от парка, если парк тупо одно озеро? Я не понимаю. Ну видите, своим чувакам нужно все объяснять. Они, ну, глупые, еще не разбираются, как нужно делать. Придется все это, конечно, объяснять и рассказывать. Но если они видосик посмотрят и это поймут. Вообще... Мост не тут делают, не там, где я хотел. Что происходит? Я говорю, мост будет с другой стороны. Вот, но нет. Ребята, видимо, свой план. Я хотел направо, чтобы здесь были такие проходики, в общем-то, направо-налево. Чтобы здесь были вот мостики. И вот здесь был мостик через реку. И вот там был мостик через реку, да? И вот там вот, с той стороны. Вот, а потом здесь не должно быть так много воды. Мы все закрываем. Здесь должна быть земля. Так, вот, хорошо, делаем. Сверху водичка какая-то протекла немножечко.
Вот, и уже вот тут вот должен быть мост. Вот отсюда. Вот сюда. Здесь как раз таки будет беседочка такая. Деревья красивые, да? И человек просто тонет в воде. Видимо, он зафкашил. И тупо решил уснуть под водой. Но если он сейчас сдохнет, то мы, конечно, его вещи соберем. И отдадим ему, потому что он все-таки тиммейт этот. Руфарио. Так, вот делаем бревно. Вот таким образом это здесь будет выглядеть. Должно быть закрыто землей. Я не знаю, зачем они так столько навыкапывали. Ну, это было бессмысленно, бессмысленно, как мне кажется. Что я вроде все объяснил, как должно выглядеть, но нет. Конечно же, придется грубую землю убрать. Просто я обычно все заросло здесь землей. Здесь нужно будет прокопать все ниже, сделать песчаные... получается, песчаное дно. Это все, конечно, сильные заморочки. Но я думаю, мы справимся. В принципе, мы справимся. Вот эти вот, знаете, волки, на самом деле, в броне, они так бесят, потому что у всех эти... Если вот Руфика, сейчас эти волки сожрут. Ладно, давайте я их убью. Отлично, убил. Руфик тупо АФКшер у нас в команде. Он бесполезен, тупо АФКшер 24/7. Еще и 7000 голды просрал. Вот. Так, отлично, отлично. Песочком нужно будет все снизу посыпать. Сделать красивенько, прокопать вниз. То есть сделать примерно на одном уровне все это дело. То есть, чтобы было красиво, да? Брать лишние блоки. Здесь можно будет прямо такой крутой склон сделать на том острове. Потому что все-таки в парках в основном очень часто бывает, что это делается искусственно. То есть искусственно делаются и речки, и микроозера, и так далее. Потому что, в принципе, человечество уже дошло до того уровня, что искусственные острова прям делаются. То есть на той же самой Японии, если вам интересно, можете загуглить острова из мусора. Там чуваки реально прям на мусоре строят острова и так далее. Вот это круто. Вот если бы у нас были бы такие технологии, ну, вернее, у нас как бы есть доступ к этим технологиям, но мы это не используемся, да, то это было бы круто. Вот, знаете, Япония в этом плане прям вообще красавчики, чуваки, с их переработкой, с их вот этой всей штукой. Мне прям нравится, вот это интересно, очень интересно. Японцы красавчики в этом плане, вот нам такого не хватает. Нам бы такой бы ресайклинг, как в Японии, было бы вообще круто. Но это ладно, это уже отдельная тема, для отдельного видео, возможно, когда-нибудь, вряд ли, потому что я не влогер, чтобы снимать какие-то влоги, да, где разговаривать на всякие такие темы. Короче, все блоки здесь нужно будет лишние убрать, песочком посыпать, как я уже сказал. Это мы все с вами организуем. Так, здесь вот такое вот озеро, в центре которого будет небольшой островок, значит, да. А здесь будет мост. Теперь здесь только надо будет еще блоков убрать. Но в целом вы примерно уже представляете, как будет выглядеть наш парк, да. Вот я хочу здесь такую вот беседочку поставить и небольшие деревья. В принципе, вы примерно представляете теперь. Надеюсь, у нас получится запривадить это в ближайшее время. Ну а пока что на этом все, дорогие друзья. Вот так вот это будет выглядеть. Пишите в комментариях, что вы думаете. Вот заборчик мы уже для парка, смотрите, с одной стороны построили, с другой стороны построили тоже. Начинаем строить и, думаю, мостик сделаем, беседочку сделаем. Все будет очень красивенько. Вот, с вами был Демастер, с ребятам, которые играют вместе со мной. Респект им огромный. Ну а на этом мы с вами прощаемся. Всем удачи и всем пока-пока.